музейном комплексе «Артишок» собрались бизнес-леди города и области. Клуб деловых женщин городского округа Химки отпраздновал свое 5-летие. Мы команда, и у нас очень хорошие, дружные девочки. Мы достигли очень многого. У нас очень много победителей разных конкурсов, не только на областном уровне, но и на всероссийском. Мы развиваемся, мы идем вперед, мы помогаем друг другу. Это сообщество объединило женщин-предпринимателей городского округа. За 5 лет было проведено более 300 мероприятий. Реализуются такие проекты, как женский деловой туризм, профориентация, большие связи и другие. Сама не верю, что уже 5 лет мы сотрудничаем с этим прекрасным клубом. Они первые по их образу, подобию стали открываться. Казань, Нижний Новгород, Петербург, Краснодар, Геленджик, Южно-Сахалинск. То есть мы эту географию, Оренбург, очень расширились. И вот этот огонек, он здесь засветился 5 лет назад, а теперь это уже такой огромный костер! Главная цель организации – помочь женщинам-предпринимателям укрепить свой бизнес, а также создать новые культурные и коммерческие проекты в городском округе. Среди участниц клуба есть представительницы коммерческого сектора, искусства и политики. В детстве у нас появляются какие-то наши друзья, знакомые по месту жительства, по месту учебы. А здесь уже люди прошли достаточно какой-то жизненный путь. Есть образование, есть семья, есть бизнес. Если ты один, ты проживаешь свою жизнь. Но если у тебя есть круг друзей, знакомых, соратников, то ты проживаешь вместе с ними еще и их жизнь. И от этого только жизнь становится богаче и интереснее. Администрация городского округа активно поддерживает клуб деловых женщин. Вместе участвуют в социальных проектах, конференциях и выставках. Самым активным участницам клуба вручили грамоты и благодарственные письма.